В областном центре открылись дополнительные пункты вакцинации в учебных заведениях. Прививочные кабинеты теперь работают в 31-й, 6-й и 17-й школах по будням с 8 утра и до 7 часов вечера. Для безопасности учеников отдельный вход. Помещения оборудованы согласно требованиям Роспотребнадзора. На месте дежурный медик поможет с оформлением всех документов. Большая часть посетителей пункта вакцинации в 31-й школе – пациенты 6-й поликлиники, которая сейчас работает в режиме ковид-госпиталя. Я в 6-ю поликлинику, а она же ближе всего этот пункт, поэтому я пришла. Ревакцинация у меня уже. Процедура стандартная. Перед инъекцией обязательный осмотр врача. Оборудована и зона для отдыха после прививки. Планируется, что в ближайшем будущем такие пункты откроются и в других школах Белгорода. Так как потребность существует, потребность возрастает со стороны населения, запрос на проведение вакцинации и первичной вакцинации, и ревакцинации стоит очень остро, поэтому, скорее всего, количество школ с вакцинальными пунктами будет увеличиваться.